На встречу в формате круглого стола в помещении Ленинского отделения общества инвалидов пришли представители отдела ЖКХ администрации округа, Управления социальной защиты, Центра социальных услуг «Домодедовский» и Ассоциации председателей советов многоквартирных домов. Я хочу сказать спасибо тем, кто откликнулся, пришел на нашу встречу, готов с вами встретиться и ответить на ваши вопросы. До пандемии подобные встречи проходили на постоянной основе, и теперь решено возродить эту традицию. Благодаря ей члены общества инвалидов имеют возможность напрямую обратиться к ответственному должностному лицу со своим вопросом. У меня проблема не только у меня, а всего дома. Нас затушили крысы, полчища крыс. Из горячего крана льется вода, хороший набор, но она холодная. Все плохо обрезается. Деревья плохо подрезаются. Дом 27. Развилка 27. Дом 27. Все жалобы тщательно протоколируются и отдаются в работу тем организациям, которые ответственны за появление той или иной проблемы для ее решения. В ходе встречи к собравшимся присоединился директор видновских парков Моисей Шимаилов. Ему также задали несколько вопросов, касающихся обустройства парка Опаренки. Почему нет лавок? Потому что если люди идут на лыжах, то они снесут любого. Нельзя на трассе, по которой идут спортсмены или легкоатлетика и так далее, ставить скамейку. Обязательно кончится трагедия. Участники встречи также обсудили один из главных давно наболевших вопросов – выделение общества инвалидов нового помещения. Мы ездим на соревнованиях, мы видим помещение, замечательное помещение. У нас очень большая организация, в результате, вы видите, мы всех не можем собрать, мы сидим. Нам здесь тесно. Нам бы очень хотелось бы хорошее помещение, но доступное для того, чтобы люди могли туда. Вот, например, на школе. Замечательное помещение. Сколько лет оно пустое. У меня есть предложение Наталье Алексеевне написать обращение на имя главы. А я, как представитель общественной палаты, поддержу ее и, в свою очередь, тоже напишем такое же письмо с просьбой предусмотреть для общественной организации Всероссийского общества инвалидов Ленинского городского округа новое помещение с доступной средой. Завершился круглый стол дружеским чаепитием. Максим Козлов, Александр Логинов, Гульнара Балаева. Видное ТВ.